Ну, я подъехал, остановил, люди вышли, я в салон смотрел, никого не было. А я дверь закрыл, только трогался, оказывается, женщина упором стояла в автобусе. И когда я чуть-чуть уже трогаться хотел, она поскользнулась и упала. То есть она успела выйти или не успела еще? Не знаете, да, получается? Нет, да, точно. Около 2 часов дня водитель автобуса, выполнявший рейс по маршруту номер 1, высаживал на вокзале пассажиров. Со слов водителя, он посмотрел в зеркало, в салон. Пассажиров в салоне не находилось. Он закрыл дверь и начал трогаться. И в этот момент увидел, что пожилая пассажирка, бабушка 1946 года рождения, не успела выйти из салона, оперлась на дверь. И в тот момент, когда автобус тронулся, она упала под заднее колесо, и водитель совершил на нее наезд. У бабушки, по предварительным данным, открытый перелом ноги, рваная рана, она серьезно пострадала. Здесь вот до сих пор остается лужа крови. Стаж водителя более 18 лет. Он говорит, что это первый случай с ним такой. Посмотрел, но не увидел. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, оформляют аварию. Пострадавшую женщину доставили в Обнинскую клиническую больницу. Там врачи оказывают ей помощь.